В субботу 26 декабря 2020 года на телеканале «Россия-1» состоится показ мини-сериала под названием «Бывшие 2020». Ниже можно узнать имена задействованных в картине актеров, а также ознакомиться с кратким описанием фильма. Чем закончится фильм «Бывшие»? Режиссеры – Ольга и Владимир Басовы. В ролях – Анна Невская, Антон Хабаров, Екатерина Капанова, Антон Ильдаров, Галина Петрова, Владимир Стержаков, Елена Бирюкова, Александр Мохов, Елена Коренева, Денис Никитин, Софья Лукьянова, Юлиана Михневич, Елена Гиринок и другие. Содержание сериала – «Бывшие», сюжет. Ольга и Дмитрий Степановы уже год в разводе, но по-прежнему вместе руководят филиалом крупной торговой сети под названием «Дружная семья». Страсти после развода утихли. Ольга замужем за известным скрипачом и беспомощным романтиком Яшей. Ее вполне счастливую жизнь осложняет лишь свекровь Дора Гордеевна, привыкшая опекать сына. А бывший муж Дмитрий Степанов женат на доброй и хозяйственной девушке Миле. Но, как снег на голову, на бывших супругов обрушивается известие, в их город с проверкой приезжает владелец «Дружной семьи» Федоров.